Это, по-моему, больше всего людей, которых я когда-либо снимал для такого видео. Всех видно? Всех видно. Так, здесь у нас Лена, здесь у нас Сэр, Алена, Костя, Дима и Славик. Вот, да, Славик. Снимать мы будем очень просто и очень сложно. Я буду находиться в машине с... С мухами буду находиться Сэр и Лена. У них очень важная работа. Они будут мазать кровью всех остальных, кроме меня. Я буду находиться все это время в машине и буду где-нибудь там корячиться на полу. Давайте посмотрим, что получится. Мы закончили. Теперь давай, осталось только немножко обработки. Видите, все такие кровавые. Кровь очень простая. Сироп, немножко цвета. И у нас получается кровь. Так что увидимся в следующий раз. Давайте пакетик, давайте для салфеток.